Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Покажу вам сейчас способ, называется сухой посол подосёва икры. Икра, можно еще чуть-чуть солить, в принципе, то же самое будет. Но солят красную и сиголу в данном случае. Сейчас надо ее икру отгрохотать. Грохотать я буду просто через сеточку ее, сейчас бац, и все. Вот так. Все просто. Вот она, пленочка осталась, которая нам не нужна. А икра продавливается, пленка остается. Икра крупная у себя. Опа. Все быстро и просто, видите, сейчас. Так, друзья, собственно, полдела уже сделано. Икра подготовленная, и красная, и желтая. Теперь что нам нужно сделать? Да все просто. Берем соль. Есть, короче, ГОСТ, ну как не ГОСТ, правило, на 1 килограмм уже выделанной сырой икры берется 35-40 граммов соли. Ну, я так на глаз, я уже делаю, тут вешать ничего не буду, что есть немножко. Просто чуть-чуть больше, чем на еду соли. Вот щепоть такую хорошую сыпем. И еще одну. Все, перемешиваем ее. Сейчас она должна порозоветь. Видите, она меняет цвет, делается розовенькая. Все, это готово. Оставляем ее на 20 минут. Потом на палечку, и она будет у нас стекать. С красной солью точно так же. 35-40 граммов икры. Это единый стандарт для засолки черной икры. Черную икру соли тоже сухим подсолом вот так. Икра получается интересного вкуса. Ну какая как в луке. Чуть-чуть, наверное, даже может быть где-то и повкуснее она выходит. Все, оставляем также минут на 20. Через 20 минут отхидим на друшлаг. Я покажу, что получилось. Ну все, икра посолилась. Теперь надо, чтобы она вымокла. Берем друшлачок, накрываем его марлечкой и выливаем сюда икорку. Вот. Все. Оставляем ее на ночь обычно, да, чтобы она у нас стекла хорошенько и обсохла чуть. Сейчас она стечет, и завтра я вам покажу, что получилось. Это будет очень вкусно. Сейчас красно сделаю тоже. Так, друзья. Ну, икра у меня стекла. Смотрите, что получилось. Вот, красная икра. Вот она, икра сига. Вот такая вот штукенция. Сейчас я ее выложу на тарелку и покажу вам, что же у меня тут такого шло. Ну вот, икра стекла. Вот, стекала она у меня, скажу вам честно, практически сутки. Утром посолил ее вечером, но хотел, утром ее забыл просто выложить. Уехал на рыбалку сегодня с утра, и вот приехал только под вечер, уже у нас поздно. Вот, смотрите, что получилось. Икра малосольная, абсолютно сухая, никакого там, с ней нет вот этого, знаете, отстой, который бежит, жижа булькает. Ну, качество видите сами какого качества икра. Тухенько. Как? Вот сижок. Ну как? Малосольная. Уснючая. Завтра утром стану кофеек, бутербродик. Маленько подсохла. Ну, то, что она маленько подсохла, ничего страшного. Сейчас я переложу в баночки, и она будет у меня. Там отойдет, и будет все отлично. Какая-то попалась. Выкинем. Ну вот. Смотрите. Сухим посолом можно солить на 1 килограмм уже выделанной икры 35-40 граммов соли. 35 грамм это вот малосольная икра совсем, 40 грамм, ну, более-менее солененькая такая, нормальная. Да не будет пересольной, не волнуйтесь. Все, засыпайте, перемешивайте и ставьте стик. И будет вот такая вот классная вещь. Супер. Вот так. О, ну кто бы отказался от такой мисочки? Кто бы не отказался, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ничего не пропустите. Ну, я с вами прощаюсь. Такую вот икру можете приготовить себе дома без проблем. Сухим посолом. Ну, все, друзья, на этом все. Спасибо, всем до встречи, всем пока.